Был отмечен за высокие профессиональные качества командир отделения пожарной части номер 27 договорного отряда Федеральной противопожарной службы КПС Олег Иваницкий стал победителем смотра конкурса «Лучший работник договорных подразделений», который состоялся в рамках 15-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». О составляющих успеха, доблести и чести расскажем в нашем следующем сюжете. Командир отделения пожарной части номер 27 Олег Иваницкий выбор в пользу одной из самых сложных и благородных профессий сделал 11 лет назад. Дипломированный инженер-строитель, он в одночасье решил поменять свою жизнь и не пожалел. В 2013 году устроился по совету друзей, у меня много друзей в системе МЧС, то есть меня это вдохновило, их рассказы о работе пожарных. Рассказы друзей вдохновили и, что самое главное, не напугали. Правда, как признается и сам Олег Борисович, и все его коллеги, страх – это нормальная реакция. Как можно оставаться спокойным, когда входишь в задымленное помещение, прорываешься сквозь огонь, слышишь крики о помощи? Страх должен быть, как бы без страха тоже никуда нельзя. Можно наделать глупости без страха, если ничего не бояться. Ну, умеем контролировать страх. При выезде всегда какой-то мандраж, потому что не знаешь, что тебя там ждет. На выезде, получается, уже как бы голова, можно сказать, отключается. Делаешь все на автомате. Некогда там сильно что-то раздумывать. Надо тушить, спасать. 8 лет Олег Иваницкий проработал в пожарной части номер 15. В 2020 году его пригласили в 27-ю, которую ввели в строй одновременно с запуском одного из самых амбициозных инвестиционных проектов ПАО ММК – Аглофабрики номер 5. Депо, кстати, обслуживает не только территорию фабрики, но и несколько близлежащих цехов, а также при необходимости бригады принимают участие в тушении пожаров в левобережной части города. Через год работы на новом месте за высокие профессиональные качества Олега Иваницкого назначили командиром отделения. Сегодня он в том числе отвечает за профессиональную подготовку бойцов. Теоретическая подготовка – это одна из составляющих успешной и результативной работы, уверен Олег Борисович. С помощью лекций пожарные готовятся к решению боевых задач. Просчитываем, получается, запас воздуха в баллонах, то есть сколько звену ГДЗС можно находиться непосредственно в НДС и сколько воздуха потребуется, чтобы выйти на свежий воздух. Большое внимание уделяется в пожарном депо физической подготовке. Олег Иваницкий несколько раз в неделю занимается в зале, ежедневно совершает утренние пробежки. Возможно, именно такой системный подход к подготовке и позволил добиться больших успехов. Командир отделения стал абсолютным победителем смотра конкурса «Лучший работник договорных подразделений Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы», который состоялся в рамках 15-го Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Участие было заочным. На суд членов жюри сначала областного, а затем всероссийского этапов он представил видеоролик с отчетом о сдаче нормативов и демонстрацией боевого развертывания. Равных ему не нашлось. Для Олега Борисовича новость о победе стала неожиданностью. А вот коллеги и руководители восприняли ее как должное. Командир отделения такой оценки достоин. Командир как командир. Должен быть первым во всем. Ну, своим личным примером показывает подчиненным все то, что наработано с годами, что приобретено опытом. С Олегом Борисовичем мы работаем 2,5 года вместе. Ну, за это время Олег Борисович, конечно, сильно удивил, как человек, как специалист, очень спортивный. Для Олега Иваницкого победа – это большая ответственность, а также повод стремиться к новым высотам. Евгения Салахутдинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.